А в Телеграме видно очень хорошо. Поэтому подпишитесь и туда, и туда. И вы точно будете получать все уроки. Плюс в Телеграме вы сразу же после урока получаете отдельно аудиозапись урока и видеозапись урока. И можно ее очень удобно послать сразу же в Телеграме, послать всем своим друзьям. Максим шалом. Хочу сказать Максиму огромное спасибо. Максим сделал очень... Очень прям полезно. Я пользуюсь каждый день. Сделал бот, телеграм-бот. В телеграме тоже он будет в, на страничке Ваикра в, в нашем канале, где вы можете каждый день получать советы от Рэбы, По нажатию кнопки есть рандомный совет okay. на правду, который вам поможет в этот момент принять какое-то важное для вас решение, да, или вы просто сидите и думаете, что Всевышний хочет сейчас мне сказать. Бах, нажали случайный совет, и вам идет совет от Рэбе, перфект. То есть, понятно, что это совет от Всевышнего, но словами Рэба. Очень хороший. Также в этом телеграм-боте есть возможность выполнить заповедь сдака моментально. Вам в данный момент, значит, хочется Сделать, выполнить заповедь из Торы, чтобы деньги пошли на распространение Торы в Израиле. И вы чик, нажали кнопочку, и там доллар, два-три доллара. Не, лучше сделать 10 раз по доллару 10 заповедей с ДК, чем один раз до да, 10 долларов. Хорошо, теперь и там же скоро мы будем дополнять тематические советы РЭБы. Прямо в этот бот мы очень хотим добавить тематические советы РЭБы по темам. Например, вам нужен э, совет по по отношениям, да, бах, идет совет по отношениям, по деньгам, по деньгам, по партнерству, по, 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 партнерству, по молитве, вам плохо, вот у вас там, есть у него отдельная книга «Медицинские советы», вот у меня сегодня, например, мы едем с Божьей помощью в Дом выздоровления, и завтра будет операция у моей мамы, прошу очень молиться, в Рита бадбасе ее зовут, это у нее будет операция с Божьей помощью, и понятно, да, все, двигаемся дальше. Значит, мы изучаем сейчас недельную главу, которая называется Хаей Сара, Жизнь Сары. И это недельная глава Жизнь Сары. Буруха Тодвину Илен Мархулум. Шакуля Недельная глава Жизнь Сары начинается с того, что Сара умерла. Мы вчера говорили на эту тему, что она потому и называется «жизни Сары», что человек, он живет в этом мире и живет в мире духовном. И когда он уходит из этого мира, начинается просто следующий этап его жизни. Уход из этого мира – это как новое рождение. То есть иудаизм говорит, что у человека есть три рождения. Первое рождение, когда его душа попадает в зародыш, в яйцеклетку, в сперматозоид. Второе – это когда зародыш этот превратился в человека и выходит из живота мамы на этот свет. Это второе рождение. И третье рождение, когда тело умирает, а душа выходит в свое духовное тело, это третье рождение. То есть у каждого из нас есть три рождения. И глава жизнь, жизни Сары начинается с того, что Сара умерла. Значит, дальше мы вчера учили, что Авраам, он пытался купить ей место Марата Махпыла, Место для захоронения. Ему не хотели продавать, потому что он был пришелец, а не местный а, хет Он не был хетом, да, по национальности. И они, эти сыновья хета этого, они не хотели, чтобы там пришельцы всякие у них а, хоронили. Не хотели им давать почетную могилу. Но Авраам говорит, а продайте мне поле тогда с пещерой, а я уже в пещере похороню. Так они ему продали за 400 серебряных шетелей. И вот начинается сегодняшний отрывок. Ваякам с де Эфрон Ашер Бамахпыла. И, значит, перешло с поля Эфрона, которая в нем была пещера, это двойная пещера, которая перед в Мамре, перед тем местом, которое называется Мамре, где жил Авраам. Значит, и поле, и пещера, и все, что в, на этом поле, включая деревья, которые были в поле, Значит, все это включает все, что было в, в, в этом пространстве. Значит, Авраам это купил. То есть, и когда он это купил, и все подтвердили, что да, поле принадлежит Аврааму, пещера принадлежит Аврааму, все, что, его, все, что в поле принадлежит Аврааму, есть документ. Значит, после этого похоронил Авраам Сару и что в пещере, Значит, он похоронил. Теперь. И перешло, написано, поле и пещера ему Аврааму в место захоронения. То есть, после этого от сыновей Хета. То есть, Тора нам подчеркивает, что после того, как он купил поле, после того, как он, после того, как он в этом поле похоронил Сару, они его признали, в пещере похоронил Сару, они признали, что он уже для них как сосед, он такой же у них уже полностью как житель их города. И они признали, что он имеет право на захоронение, и в этот момент как бы статус поля, знаете, как есть? Это очень напоминает сегодняшние, сегодняшние схемы, когда покупают вначале землю сельхозназначения, Потом ее переводят в сельхозназначение с э, возможностью ведения какого-то домашнего хозяйства. Потом ставят там сарайчики, как будто бы эти сарайчики, они... Я же, это мое домашнее хозяйство, так я тут что-то выращиваю. А потом переводят поле в дачный поселок, а потом переводят поле в коттеджный городок, а потом строят там многоэтажные здания. То есть эта схема, видите, она идет из торы, что ты начинаешь с того, что покупаешь поле, а потом превращаешь его в кладбище. Кстати, тут интересно, недавно ко мне обращался один человек и говорит, есть Масличная гора, и там есть какой-то араб, которому принадлежит часть, половина этой Масличной горы. И он, значит, большой кусок, там я не помню сколько, дунамов, ну то есть большой. И он его хотел продать за 10 миллионов долларов под кладбище под частное кладбище. И я привел там людей, которые хотели строить это кладбище, хотели купить. И они посчитали, что в могилах можно было бы продать на Масличной горе, если за 10 миллионов долларов купить, можно было бы продать потом как под могилы на 50 миллионов долларов, да? потому что все хотят похорониться на Масличной горе, горе это прям над, над Храмовой горой, чтобы когда придет Машех, и будет третий храм, что первое воскрешение из мертвых будут как раз с масличной горы. И э, люди, которые ну денег заработали в этом мире, их Бог благословил и деньгами, и мудростью, что они понимают ценность э, того, чтобы быть похороненными на масличной горе. Значит, э, они э, покупают себе там места, э, чтобы чтобы быть хорошо похороненными. Хорошо. Теперь, значит. Э, все, с этим отрывком мы закончили. Теперь дальше написано ⁇ «В Авраам, Закен, Баба и Амим ⁇ И Авраам, он был Закен, он был уже состарился Авраам, да? Баба и Амим, он пришел в дни, написано. Пришел в дни, такой вот оборот в Торе используется. Пришел в дни, что человек идет по жизни, да, как мы говорим, идет по жизни. Но по факту-то, как человек идет по жизни, у него всегда сегодня. То есть, когда не спроси, вот ты где сегодня? Ты где сейчас находишься? Сейчас, но ну, сегодня? Какой у тебя день? Сегодня? То есть он все время стоит в одном и том же дне всю свою жизнь. И написано, что он пришел в дни. Что имеется в виду? Непонятно. Наверняка тут есть Закен сейчас. А ну-ка, может быть, Трашин нам объяснит, что значит баба и мим. Ничего не пишет. Не про бабы а мим, Значит, ничего не пишет. Раша. А вот пишет Малбим, да? Что он был состарился. Это приводит... Малбим говорит, что то, что он состарился, это его побудило к следующим действиям. Он не приводит, что это значит. Просто пишет, что то, что он состарился, его побудило к определенным действиям. К э, каким действиям? Значит... Авраам состарился, пришел он в те дни, когда он уже понимал, что смерть близка, и Бог благословил Авраама Баколь. Он его благословил, и вот тут вот это слово Баколь дословно переводится всем. Коль это все. Баколь всем. Теперь, значит, комментаторы говорят нам следующую вещь. Что за Баколь? Например. Одни говорят, баколь, давайте посчитаем числовое значение слова баколь, это 52. Что за 52? А 52 это оказывается дематрия слова бен, сыном. То есть они говорят, это имеется в виду, что главное благословение Авраама это был его сын Ицхак. Другие говорят, не, 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 баколь это вообще, а, это было имя его дочери. Была у него еще дочка по имени баколь. Третьи говорят, не, 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 Баколь это вообще имя Всевышнего, в котором Он проявляется одной из имен Всевышнего, где проявляется Его то, что Он дает, есть Шада имя, есть Баколь. То есть есть разное разное понимание этого слова, но мы понимаем, что был Авраам благословлен всем вообще абсолютно, чем можно было благословить человека в этом мире. И сказал Авраам своему рабу, который был главным над его домом то есть его домоуправитель, операционный директор его хозяйства, и который властвовал над тем, что было у Авраама, то есть он был администратор, там всем всем он управлял деньгами, рабами, домами, стадами, всем. Он ему говорит, помните, как его звали? Его звали Элиезер. Бог мне поможет. Переводится имя Элиезер. Бог мне поможет, Значит, и так звали раба Авраама. Числовое значение слова Элезер, мы помним, было 318. Когда Авраам и 318 учеников победили в войне четырех царей, то как раз это вот Элезер, Бог мне поможет. Такой у него был раб. И он ему говорит, «Симна ядеха тахат ерехи, положи-ка руку мне под ребро». Под бри... Не под ребро, под бедро что это под бедро, зачем он ему говорит, друг, своему рабу, Авраам уже ему там под 100, ну, 100, сколько ему в то время было, 137 где-то, 140, может, лет, 150, ну, то есть уже, в... и он рабу такому же пожилому э, к на нейцу говорит, засунь мне руку под, под бедро. И объясняет следующий отрывок. И э, закляну тебя именем Всевышнего, Бога Небес и Бога Земли, который управляет и небесами, и землей, что не возьмешь ты жену моему сыну из дочерей Кнаана, что я сейчас живу среди них, не возьмешь, значит, жену из вот этих дочерей Кнаана. А что интересно, что сам Тайлезер, он был кнаанеец, он был как раз из вот этих вот жителей этой земли. Значит, говорит нам Устная Тора, следующая вещь. Первое, почему он сказал «положи руку мне на бедро, под бедро». Значит, у них на то время была всего лишь одна реализованная заповедь от Всевышнего, которая их объединяла. Это была заповедь «Союз обрезания», Бритмила. И то, что «положи руку мне на бедро», это имелось в виду, что «поклянись знаком союза с Богом». То есть это он его заклял вот этим вот заповедью, которая у них была. Элезер тоже был обрезанный. Теперь почему он попросил, значит, чтобы не брал Элезер жену Ицхаку из дочерей Кнаана? Мы узнаем дальше. Он ему дальше продолжает. Первое, поклянись, что не возьмешь жену из дочерей Кнаана, а только в землю мою, в мое, город моего рождения, молодки, как родину мою, да, на русский переводится, пойдешь и возьмешь жену Сыну моему Ицхаку. Он говорит, смотри, я из города Харан. Это как, вот я из Харьков. Харьков, Харан, похожее название. Я бы говорил, например, там кому-нибудь, вот сейчас нету рабов, а есть, например, сейчас, ну там кто-то, я говорю, например, кому-то очень для меня важному, равину какому-нибудь, да, говорю, поклянись, что ты поедешь в Харьков и возьмешь, значит, дочь моему сыну, жену из Харькова. Вот примерно так Авраам заклял этого Элезера. и сказал Эвет: Элезер ему говорит, то есть он еще не поклялся, но он ему задает вопрос, уточняет в суть клятвы. Он ему говорит: а если она не захочет пойти, если она не захочет пойти за мной в землю эту, значит, может быть, я возьму твоего сына, верну туда, что ты вышел оттуда? Значит, он ему дает, задает вопрос: а если, ну смотри, я пойду скажу, дайте мне девушку в жены. Они скажут нет, она скажет нет, чего я пойду, я его не видела никогда. Все, то есть он задал очень хороший вопрос. Может быть, мы с Ицхаком вместе пойдем, он там женится, и потом с ней вернется. Воем в Авраам, и сказал ему Авраам ишамерлиха Леха, пенташивает Он ему говорит: Остерегайся, нельзя возвращать моего сына туда значит, вообще нельзя ему выходить из земли Израиля. Бог всесильный небес. И тут, видите, интересно, он почему-то здесь говорит «Бог всесильный небес». До этого он говорил «Бог всесильный небес и земли», а тут он говорит «Бог всесильный небес». «Ашер лакахани ми бейтави», который меня забрал из дома папы моего, из земли моего рождения, и сказал мне, и который поклялся мне, Бог, поклялся мне, что я для твоего потомства дам землю эту, землю Израиля, я дам для твоего потомства. Значит, он пошлет ангела перед тобой, и возьмешь ты жену сыну моему оттуда. Он ему говорит, давай этот вариант не будем рассматривать. То есть Бог мне поклялся, что здесь будет все хорошо, значит здесь будет все хорошо. Поэтому сына мы туда не возвращаем, а ангел тебе поможет от Всевышнего. Теперь я видел объяснение, почему до этого Авраам говорил Бог, э, Бог небес и Бог земли, а тут он ему говорит Бог небес. Авраам ему говорит, смотри, я когда там жил, в той земле, у меня по звездам, помните, был момент, когда Бог его вывел из шатра, сказал, посмотри на звезды и будет у тебя сын. Так э, оттуда учится, что Авраам вышел, посмотрел на звезды, а он был бесплодный, у него по звездам, по астрологии не должно было быть детей. И Авраам отвечает Элейзеру, он говорит, смотри, когда я был там, Бог небес, он мне показывал, что у меня не будет детей. Теперь, но потом он меня вывел, Бог, который управляет всем мирозданием, который его создал, Бог неба и земли, он меня вывел и показал мне, что в земле Израиля у тебя, да, будут дети. И здесь очень интересно, что по... есть механизмы управления духовной реальностью. То есть это механизмы, это как системы, там есть, мы сейчас не удивляемся, есть интернет Starlink, а есть интернет, там, мобильный интернет, да? И мы, значит, ты на каком интернете? Я на спутниковом, а ты на каком? А я на мобильном, а ты на каком? А я на оптоволокне. Так есть разные типажи управления вот этой вот духовной реальностью. И земля Израиля коренным, кардинальным, коренным, кардинальным способом отличается от, от духовной реальности во всем остальном мире в земле израиля написано что взгляд всевышнего постоянно на земле израиля то есть вот этот вот момент ажгаха протит индивидуальное про проведение когда ну тут случается вот реально каждую секунду чудеса ты подумал тебе пришло ты сказал не то тебе пришло тоже только прилетело, да, то есть тут настолько это быстро все работает. И он ему говорит то есть мне Бог сказал, что здесь будет потомство, значит она придет, он говорит, не переживай. И дальше Авраам продолжает. ло, то в ахарейха. Но если она не захочет идти за тобой, он ему говорит, Вен, венитиса мишвати Зот ракет дни шевшама. Если она не захочет идти, тогда ты, ты свободен от клятвы этой, чтобы идти оттуда брать ему жену, от второй клятвы. То есть он с него брал Авраам две клятвы. Первая клятва – не бери жену из местных. Вторая клятва – возьми из моей страны. И Лезер говорит, а если она не захочет пойти, то что? Авраам говорит, она захочет. Но если она не захочет пойти с тобой, Тогда ты свободен от этой клятвы. То есть, ничего страшного. Но ты все равно от первой клятвы не свободен, что ты не имеешь права брать дочку из э, дочери Кнаана. У, у Элезера была дочка, которую он думал, что он выдаст ее замуж за Ицхака. То есть, у него были такие планы. Авраам говорит, нет, нет, нет. Тогда Всевышний найдет ему другой вариант. Но э, жениться с дочерьми Кнаана полностью нельзя. Теперь... Сегодняшний отрывок мы закончили. Давайте, что мы отсюда учим. Первое, что мы учим, что у человека есть... У человека есть э, качества, которые прилеплены к его телу. Качества, которые прилеплены к его животной душе. Это то, что называется медот. Медот – это жестокость, э, эмоциональность. Э, там какие-то есть качества, которые прямо они в него э, прошиты, в его... В его эмоциональной сфере, в его, в его теле. Я как раз буквально несколько дней назад видел такой вот, как раз в этом боте, который Максим сделал, было написано, что Рэбе он по природе своей был очень депрессивным и очень мрачным погруженным в себя человеком. Но он сумел настолько перевернуть и своей работой настолько эти качества в себе перевернуть, что он был самый позитивный, самый вдохновляющий, самый экстраверт, который просто изменил мир. как Зильбер, зехраноцидик я лично от него слышал, это был святой человек, добрейший, милейший, скромнейший, который вообще, ну вот просто, когда его видишь, сразу расплывались все в улыбке. Но он сам говорил, вы знаете, по природе своей, он лев по гороскопу, в, у него 4 ава, в, в августе у него день рождения, не знаю как. Значит, он говорил, я по природе, я ужасно гневливый человек, я просто взрывной гневливый. Я очень много лет работал над собой, чтобы изменить все свои качества. И... Значит, вот получилось. Даже было такое, что он был, знаете, гневливость, гордость, вот это вот эго, они рядом все ходят, да, они все на одном корне. Так он говорит, вот я, например, не мог ни у кого просить помощи и не мог ни у кого занимать деньги. А потом я в какой-то год, я подумал, а может быть это именно гордость моя такая, да, может быть это, ну, это не то, что я не хочу от людей искать помощь, а может это из-за того, что я такой прям возвышенный в своих мыслях. И он говорит, я год всех просил о помощи, занимал у всех деньги. Он говорит, к концу года у меня было в Рошашина, был должен 30 людям деньги. И говорит, я так радовался. Думаю, вот хотя бы в этом году сколько людей молятся, чтобы у меня хороший был год, чтобы я им деньги вернул, чтобы у меня было все хорошо. Он такой очень любил, любил посмеяться. Но это тоже он себе выработал. Получается, что Авраам здесь нам дал урок что качество очень тяжело изменить. Качество характера меняются очень тяжело, и они часто передаются по наследству. И потомки Хама, потомки Кнаана, да, кнанские народы, это были те, которые э, сказал их, проклял Ноах, что они будут рабами рабов, и у них была очень сильна их животная составляющая, вот это вот инстинктивное вожделение, разврат и так далее. Они просто были такие, ну прям очень близки к животным. Теперь, даже если человек, он становится интеллектуально-духовно развитым, и он становится праведным, Элейзер был очень праведный, Авраама, он был прям цадик. Но вот эта праведность, интеллектуальное развитие и знания, они по наследству не передаются. Это то, что человек, его убеждения, его вера, его мысли, его знания, это то, что он приобретает самостоятельно, и он не может это передать потомству. То есть ни один, вот, например, человек знает таблицу умножения, у него родился ребенок, а он не знает таблицу умножения. Даже у профессора математики дети не знают таблицу умножения, рождаются вообще, ни, ни одной цифры даже не знают. Но качество характера, они, да, передаются. Поэтому Авраам сказал так: Да, в моей семье, там, откуда я вышел, служат идолам, Да. Но они добрые люди, которые у них есть то, что называется добро, они добрые. А здесь они могут быть интеллектуально очень развитыми и очень праведными и так далее, но они злые. Они злые и вот у них вот есть вот это вот качество какой-то жестокие, злые. Он говорит, поэтому пускай сын мой женится на девушке доброй, а потом мы ее научим, как правильно быть религиозной. Чем он женится на девушке религиозной, но злой? Понятно, да, идея? Хорошо, теперь то, что я хотел сегодня сказать, последнее вот сегодня, да, три минуты, может, еще. Значит, мы вот, когда изучаем Тору, когда мы изучаем недельную главу, мы видим, что на каждый отрывок есть несколько объяснений, несколько пониманий. Четыре уровня, четыре уровня есть понимания Торы. Простой смысл, пшат, намек, драж, это то, что зашифровано, и сот, тайна. Теперь человек, который учит Тору, он воспринимает, если он воспринимает только один комментарий, например, да, он воспринимает с одного ракурса, то он видит только одну маленькую грань. Как есть 70 лиц у Тора, он видит только одно из 70 лиц. А как понять все? И где здесь истина? И тут помните, мы вчера разговаривали про Диматрии, что 9 это число истины, эмет. Эмет это истина 441, 441 это эмет, истина, девятка. А шетер, шетер, ложь, это шин, рейш, э, шин, куф, рейш, это 600 дематрия вместе, 6. То есть 9 это истина, 6 это шетер, ложь. Но, но, ведь девятка и шестерка это же одна и та же цифра, только по-разному повернута, с разного ракурса посмотреть. Теперь есть очень много в Торе, э, истории, когда было два мудреца, Елели и Шамай, и они спорили по практике. По всем вопросам. И небесный голос сказал, что и это, и это слова Бога Живого это истина. Как это понимать? Так Бог сказал: да, это это истина. Теперь, что мы отсюда видим? Что даже в Торе, даже изучая в Тору, которая истина слова Бога, есть множество разных пониманий. И получается, что мы отсюда можем для себя выучить? Вся жизнь человека, когда мы что-то понимаем, когда мы что-то утверждаем, когда мы во что-то верим, когда мы что-то говорим, то, во-первых, когда человек что-то говорит, как его поймут, вообще вы не знаете. Даже мы не можем понять и вообще представить, что человек другой слышит, когда мы ему говорим. Второе, то, что сам человек говорит, это часто не то, что он хотел сказать, а в понимании другого это может быть вообще, вообще другое. Но что мы точно можем утверждать? что жизнь каждого человека ⁇ это произведение того, во что он верит. То есть в этом и есть, что каждый из нас творец своей жизни, подобен Богу, что Бог своими словами сотворял мир, а мы своими словами, каждый человек своими словами, своей верой, своими решениями, своими интерпретациями, своими пониманиями, мы каждый создает свою жизнь. Каждый сотворяет просто реально свой мир, в котором живем и сегодняшний день каждого из нас здоровье богатство благополучие друзья семья и так далее это следствие веры каждого из нас то во что мы верили то как мы строили свою жизнь и поэтому очень важно, очень важно изучать тору вникать и осознавать то что ты говоришь и то что ты думаешь потому что следующие этапы жизни каждого из нас это конкретно каждый из нас производит и насколько жизнь будет наполнена здоровьем благополучием деньгами, любовью, духовностью, даже вечная жизнь. Все зависит только от того, как мы умеем говорить, интерпретировать и делать. Все, чтобы сегодняшний урок был для Рифа Ашлома, для полного выздоровления Рита Бадбася, Моше Бенерина. Все кто нуждается в выздоровлении чтобы было реаашшлама чтобы всевышний услышал ваши молитвы чтобы было именно полное выздоровление чтобы это были не больницы а дома выздоровления чтобы те люди которые болеют они поняли что они не болеют а выздоравливают и включили в себе да, вот эту психосоматику этот процесс который, который вот включается именно в словах все, всем удачи, успехов, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы для вашего блага. Все, счастливо.